JB Moro, go and get your bag. Всем привет, дорогие мои. Мира в школе. У меня выходной. Точнее, я еще в отпуске. Иду сейчас в наш торговый центр. Мне прислали смс gratis, что там скидки на Wet n Wild. Хочу кое-что себе купить, что у меня закончилось, и вообще посмотреть, что там новенького есть. Погода сегодня отличная. Я уже в кроссовках. Открыла сезон кроссовок. То еще не пробовал Skechers. Это Skechers. Пожалуйста, купите. Вы не сможете носить другую обувь. Это очень удобно. Смотрите, что в Gratis'е нашла. Гель для интимной гигиены. Это марка их собственная, B-Beauty. Она только в Gratis'е есть и очень бюджетная. Вот я сейчас себе взяла кое-что из Wet n Wild. Румяна. Из Golden Rose себе взяла. Тоналку. И вот еще есть салфетки тоже для интимной гигиены. Совсем они недорого стоят, 30 лир всего. А вот этот спрей, я знаю, что все иностранцы скупают, фирма Unibaby. Это для легкого расчесывания волос. Вообще он для детей, как бы, но для взрослых тоже подходит, правда, супер. Смотрите, какая красота. Вот первый раз увидела. Наверное, они недавно выпустили скраб для тела. B-Beauty тоже их марка. Скраб слайм. Ну, посмотрите, какие красивые цвета. Вообще обалденно. Может, кто-то пробовал, напишите. Я его еще не брала. Но интересный. Вайкики Хоум, такая красивая осенняя коллекция, захотелось вам показать, все такое оранжевое, в тыквочках, прелесть просто, смотрите, какие тарелочки красивые, вообще прелесть, 50 лир такая тарелочка стоит, стаканы, вон есть полотенца, кофейные чашечки, набор такой из трех чашечек, тоже очень красивый, оригинальный такой, сколько стоит сейчас? Посмотрим, даже на подарок кому-то красиво. 450 лир. Ну, на сайте все это можно по купонам заказать дешевле, поэтому я уже об этом рассказывала. Вот такая тарелочка, например, 130 лир, тоже очень красивая. И вот эти чашки, я просто в них влюбилась. Вы смотрите, какая красота. Жалко, их не 6 штучек, а всего лишь 3. Просто красивенные. Сейчас посмотрю цену, вам скажу, тоже 450 лир. А тарелочки, ну это же просто произведение искусства, даже блесточки сделали, вообще класс. Если так декорировать весь дом, то супер. 180 лир стоит. Свечей тут очень много, мне прямо, если честно, было бы жалко такие свечки жечь. Вот такие две штучки стоят 100 лир в виде листочков. Есть еще вот такие в виде тыквочек, это просто милота. И стоят они 130 лир вот за 6 штучек. Еще есть вот такие большие, огромные даже свечи, я бы сказала. Они, правда, очень большие. Я сначала не поняла, что это свеча, даже двойная. Ну, да, это красивенно. Девчата, муж у меня заказал самый популярный тортик и легкий в Турции. Это вот такой вот торт из пудинга и печенек обычных. Все, что вам нужно, это 3 ингредиента. Вот такие вот печеньки, пудинг. Я покупаю хорошие марки. Вот это доктор Утка. И молоко обычно, литр молока. Вот так выкладываете печеньки. Выпекать ничего не нужно. Пудинг нужно будет по инструкции приготовить с 1 литром молока. Залить горячим пудингом. Потом еще раз слой печенья, еще раз слой пудинга, еще раз слой печенья. И подождать, пока остынет в холодильнике. Вот и тортик готов. Очень турки любят его, и очень здесь он популярный. Буквально каждый может его готовить. Ну, популярный он, потому что даже холостяк его может приготовить. Смотрите, вот такой вот тортик получается. Видите, печенька как бы размягчилась под горячим пудингом. Застыл, как крем этот пудинг. И очень вкусно это. Мы сегодня были на базаре, купили малинку, вот такой небольшой лоточек.
50 лир стоит. Я прям его схватила, там почти последний он был, предпоследний. Потому что на нашем базаре никогда малину не привозят. Это впервые я видела малину на нашем базаре. Знаю, что в некоторых городах Турции такая красивая. Давно не видела малину вот в таком виде свежем. В некоторых городах Турции знаю, что на базарах регулярно малина, но у нас, к сожалению, нет. Ну, 50 лир, я, в принципе, думаю, что недорого за такой лоток малинки. Она, конечно же, немножко подтекла, но другого просто не было. Вообще, Мира захотела, потому что Мира очень любит малину у меня. У нас тут чужой мужчина в доме. Ну, я шучу, конечно. Мужчина пришел действительно чужой, но он пришел ставить нам фильтр. Мы заказывали в таких вот баклажках воду всегда, но устали от этого, вода подорожала, и баклажки часто грязные привозят. В общем, решили наконец поставить фильтр, потому что все у нас знакомые его поставили и очень довольны. Вот мужчина устанавливает нам фильтр, и я думала, он больше будет, маленький пришел. Так, смотрите, теперь у нас есть вот такой фильтр. Исключается, берется водичка питьевая. А внизу вот так вот установили. Вот такая огромная махина. Я думала, правда, она будет вот так на всю нижнюю тумбу, но нет. Здесь фильтры показывают, когда они закончатся. В общем, менять, по-моему, раз в год нужно. Кстати, хотела, знаете, что вас спросить? У меня черная столешница. Посмотрите, какое на ней остается разводы. Это не пятна от горячего, как вы можете подумать. Вот еще, видите, вот это вообще не отмывается. Оно ничего не отмывается. Это пятна от воды. Вот вытерла я стол, допустим, чуть влажное осталось, просто она деревянная. И вот такие вот пятна остаются потом. Чем я только не терла. Доместосом, средствами для накипи. В общем, всем. Всем щетками вот такими. Железными металлическими щетками, утюгом пробовала сушить, ничего не помогает. Вот эти пятна, они повсюду, видите, на столешнице, и смотрится это ужасно. Особенно вот это пятно меня бесит, мне хотя бы его бы отмыть, вот это же ладно. Но вот это обязательно хочу отмыть. И не знаю как, может что-то подскажете. Девчата, я думаю, вы видели, что мы с Мирой снимаем рилс. Точнее, я ее снимаю, она помогает, делает уроки турецкого для вас. Я надеюсь, вы смотрите, потому что просмотры в Reels и, точнее, в Shorts, в YouTube Shorts и в обычных видео очень сильно отличаются, потому я не понимаю, кто что смотрит и сколько. В общем, если вы еще не видели наши с ней видео, ее уроки турецкого, особенно она старается, очень классно, мне кажется, получается. И видео многим нравится. Обязательно зайдите в YouTube на мою страницу, на вкладку Shorts. Там очень много видео уроков турецкого языка от Миры, и оставьте какой-нибудь комментарий, даже любой смайлик, будет уже приятно и полезно для продвижения этих видео, и Мира будет счастлива, она умеет читать комментарии уже на YouTube, смотрит там, кто что написал обязательно, поэтому будем ждать от вас любой реакции. Давай расскажем, как будут части тела по-турецки. Давай. Как будет глаз? Göz. Göz? Да. А глаза? Gözler. Gözler. А как сказать очки? Gözlük. Gözlük. Похожие слова. А как будет ухо? Кулак. А наушники? Кулаклык. Кулаклык. А как будет нос? Бурун. Бурун. Губы? Дудак. Щеки? Янак. Спасибо. Пока-пока. Пока.